Я пошел вскрывать эту тюрьму, друзья. Это нельзя оставлять ни в коем случае. Там ёбнутая тюрьма, которая дает нам шансы на победу. Или не дает. Зависит от того, какой будет герой. У нас есть Аламар, то есть представьте вскрыть хорошего героя. Но там нужен, конечно, сильно хороший. Прям сильно. Сейчас тут начнется хуйня немножко. Так сказать. Вот, пошла, родная. Пошла, мать. Один ударный стек всего. 4.12, хоть тыкай. Чтобы не сильно было, надо тыкать, наверное. Блин, как больно, сучара. Ох, бля, как они меня чпокают. Ты посмотри, чё. 12-14. Удар, удар. 12-14, два удара, да? Сюда. Да, да. Бля, как жесть, как больно. Так, здесь два. Будку уже въебали немножечко. Но вроде бы это последний. Вроде бы больше не будет он делать. Вот, не делает, да? Если вудку въебали и 5 СП есть, будем ли мы ее резать? Можно ли с удачей ударить? Всегда чекайте, потому что ты надеешься на то, что ты ее поднимешь. А он может как с удачей ёбнуть и все. Жалко вот эту ману. Ну а что делать? Ма тут должна быть жёстенькая, ребята. Давай! Начнем с того, что это маг, но такой обоссанный, что просто пиздец. Просто пиздец.